В уссурийске сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Corona под управлением 18-летнего местного жителя. Он отказался от освидетельствования на состояние опьянения. А при проверке выяснилось, что водительского удостоверения молодой человек никогда не получал. Во время оформления административных материалов нарушитель закрылся в автомобиле и попытался скрыться, по дороге создавая угрозу жизни и здоровью водителей и пешеходов. Полицейские организовали преследование. После неоднократных требований остановиться, сотрудники госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам. Только тогда иномарка остановилась. В отношении злостного правонарушителя составлены 6 административных материалов. Суд назначил ему 14 суток административного ареста, а сумма штрафов за остальные правонарушения превысила 21 000 рублей.